Всем привет, я Владислав Игнатьев. Сегодня я хочу вам рассказать про свою Dream Team. По моему мнению, это лучшие ребята, которые будут играть в моей команде. Схему я выберу 4-4-2. Хотел, чтобы нашлось больше места в центре поля ребятам, да, но троих нападающих я не стал выбирать. Ну, конечно, да, все хотят играть в атакующий футбол, но мне, как защитнику, хотелось, чтобы и назад уже ребята возвращались, помогали. Поэтому атаковали и сели назад. И ждем момента. Я думаю, тут безоговорочно поставить можно Маринато Гильерме ворота, потому что я с ним, наверное, больше всего лет провел в команде. Еще когда первый раз приходил в «Локомотив» в 2010 году. Поэтому однозначно номер один – это Гиля. Слева я поставлю Виталика Денисова, который мог кинуть мяч руками дальше, чем я выбью ногами. Вот. Наш Тор. Ян Дюриц, да, мой хороший друг. Тоже боец. Себя не щадил, постоянно вечно с разбитыми бровями, губами и так далее. Такой крепкий, здоровый, атлетичный. Ну и в первую очередь человек тоже хороший очень. Правым защитником центральным я выберу Чарли, хоть ведро на Черлука, да, хоть он и больше слева играет, но по определенным причинам. Чарли – капитан команды, опытнейший игрок, который внес большой вклад в чемпионство, когда выиграли Кубок России, вот, поэтому выберу его. Правым защитником я поставлю себя, потому что на этой позиции я выиграл практически все трофеи, и она мне, получается, даже больше понравилась, чем играть, когда я раньше играл в нападении. Справа в полузащите я поставлю Лёшу Мерничка. Вот, потому что практически все игры играю именно с ним. Лёша, кстати, прибавил, да, в последнее время очень много забивает, отдает, приносит большую пользу команде. В центре поля у меня тоже думал, кого поставить. Сначала я поставил Баринова, Диму, да, но вспомнил про Игоря Денисова. Поэтому я бы их двоих оставил в центре, да. Чтобы никто не обиделся. Слева Криха, Краховяк. Вот, потому что первый сезон, может быть, если бы меня год назад спросили, я бы его не поставил, но сейчас однозначно он тоже один из лидеров команды. Вот, и он однозначно заслуживает места в составе. Слева я бы выбрал Жуазиньо. Я с ним играл в Краснодаре. Сумасшедшая левая нога, отдавал очень много голевых передач, забивал. Очень выносливый, забавный, веселый, жизнерадостный парень. Впереди двоих нападающих – это Джефф Фарфан, наш старичок, который внес весомый вклад в чемпионство. Ну и, конечно, Федя Смолов. Не мог его не поставить, да, мой хороший друг. Долгое время с ним знаком уже, да, поэтому он тоже в стартовом составе у меня в команде. Я думаю, классная команда смотрелась бы в чемпионате Франции, потому что там можно после футбола хорошо время проводить. Очень много развлечений, да, и море есть. Поэтому наша команда там с удовольствием играла. Точно не испанский, там тика-така, это бегать, мяч отбирать.